Кульминация слета – финал прошел в минувшую субботу в самом сердце Мадрида. Напряженная и эмоциональная игра. Победитель был определен во время захватывающей серии пенальти. Награждал победителей легенда мирового футбола бразилец Роберто Карлос. По его признанию, он в детстве о таком турнире не мог даже мечтать. Имея такую возможность, я бы большему научился. Я бы начал раньше играть с лучшими командами. У детей сегодня есть невероятные возможности, и нужно максимально их использовать. Финал позади, и победители утешают недавних противников, доказывая, что продвигаемые программы ценности усвоены и воплощаются в жизнь.